прославленного актера Гио на прике. Редко давал побеждать в сердце своей тоске. Приключения переносили его в далекие эстрады, экзотические малоисследованные панорамы. А так как без доллара не обойтись ни на войне, ни в путешествии, нужна финансовая помощь мне. Погружаясь в романтическую атмосферу путешествий, Фрике неутомимо познавал новые исходы происшествий, наделенные находчивостью, решительностью, храбростью, находил выход из сложных ситуаций и с радостью. Горе золота нужна мне и толстая чековая книжка, неограниченный кредит в банках, как малышка. Проткнуть меня ножом, как цыпленка, прирезать меня, как толстого розового поросенка, сыночку знаменитого в реке пустить хотят кровь. Это еще посмотрим, сказано не в глаз, а в рот. Я смываюсь через иллюминатор, изображу морскую фею, доплыву до берега под покровом ночи, я сумею, а там... Как-нибудь выпутаюсь, как Робинзон. Вот надо же так опять впутаться. Ох, и ну да звон. Позабытым. Послышался топот пиратов. Спускаются по лестнице. Раскрытый иллюминатор. Юг. Сальто. Победное. Вниз головой во мрак. Голова моя, тело мое бедное. Все лучше, чем быть убитым и брошенным на корм рыбам. Быть всем позабытым.